еще рассказать о новой женской консультации, которая открылась у нас 17 октября 2019 года. Мы попадаем в комфортабельный холл, в котором имеется регистратура на 4 рабочих места, где возможно 3 вида записи. Это колл-центр с 6 телефонами, это портал, по которому можно записаться спокойно здесь же, в этом холле, и, возможно, запись через интернет и через госуслуги. На первый взгляд все очень нравится. Здание новое, обновленное. Врачи все необходимые есть. Будем здесь лечиться. Лифтовый холл очень комфортабельный, с 4 лифтами. Хочется остановиться на комнате, которая позволяет пациенткам с детьми, которые пришли к нам на консультацию, при необходимости отдохнуть здесь с ребенком. Я хочу подчеркнуть, что в этом здании находится 24 кабинета акушера-гинеколога только общего профиля и 2 кабинета гинеколога-эндокринолога. Все врачи, которые необходимы, есть, а оборудование все новое. В сравнении с тем, что было, да, какая была женская консультация у нас в Измайлово, не сравнится. Рабочее место акушера-гинеколога. Здесь есть система кольпоскопическая с видеонаблюдением, с возможностью трансляции и пациентки этого изображения при желании посмотреть. Кроме того, в каждом кабинете есть аппарат, вот обратите внимание, мини-доп, который можно записать в сердцебиение плода, начиная с ранних сроков беременности. Я проходила скрининг, то есть мне было очень удобно, большой экран напротив, то есть я все сама видела, очень нравится, хорошо. Все в порядке, обслуживание хорошее, внимательный доктора, все хорошо. Это помещение дневного стационара. Здесь есть 2 операционные, мы сейчас вам их покажем. Есть радиоволновая хирургия Сургидрон, которая позволяет лечить современными методиками патологию шейки матки. А также есть гинекологический комбайн со стойкой гистероскопической, где можно выявлять своевременную внутриматочную патологию. 2 процедурных кабинета с холлами ожидания, как вы видите. Появилась возможность в приятной атмосфере пролечиться в дневном стационаре, а не ложиться на госпитализацию. Я впервые здесь, мне все очень понравилось, персонал любезный и пока что очень позитивное впечатление. Это зал ЛФК, где мы планируем йогу для беременных. Зал с раздевалкой, с удобным санузлом, рядом расположенным. Современный цифровой маммограф вместе с визиографом в перспективе планируется еще стоматологическая. Во-первых, условия великолепные. Сама клиника прекрасно выглядит, врачи замечательные. Чисто, комфортно, тихо, спокойно.